священник Абгар Галчян, духовный пастырь армян Одессы и Одесской области, настоятель церкви святого Григория Просветителя города Одессы, сын священника и брата священника. С малого возраста мы видели только семья, любовь к семье. Нас Господь Бог даровал такой великой наградой. И я очень рад. Я очень рад, что с малого возраста нас привели к этому. Любить, уважать и бороться за семью. Вы сейчас находитесь на территории храма святого Григория Просветителя и армянского культурного центра. Это тоже семья. Семья армян в городе Одессе. Здесь мы учимся, здесь мы уважаем друг друга, и здесь мы сделаем все, чтобы каждая семья знала и благодарила Господа Бога за то, что имеет. Храните ваши семьи, любите их. Аминь.